Работала ассистентом режиссера в фильме «Дневной дозор». Тимур Бекмамбетов, режиссер, говорит: да, мне надо снять срочно крупный план телефона. Как вот набирают номер, Светлана набирает номер Антона Городецкого. Давайте, кто? Давайте. Он говорит: нужен какой-то номер телефона, чтобы мы сейчас в реквизиторский телефон вбили, ну, тот телефон, который снимается, в него вбили номер. Я говорю: ну, давайте мой, какая разница, я вот рядом стою. И как бы они просто забили мой номер, и тогда были еще старые такие телефончики. Nokia, да. И когда набираешь номер телефона, всегда даже по имени выбираешь из меню, из списка. Сначала высвечивается номер, а потом уже идет дозвон. И как бы высветился номер, они это сняли. Я думаю, ну, наверное, там отрежут потом или что-то. И выходит фильм, я сижу на премьере, мой номер телефона на весь экран. Охренеть вообще просто. И я подумала, ну не будет же как-то люди дозваниваться, ну не дураки же в конце концов, они же понимают, что это все не по-настоящему. И понеслось. Да, и я просто в какой-то момент уже утром беру телефон, думаю, а что это, как бы 500 тысяч неотвеченных вызовов, там 350 миллиардов смс-ок, Антон, ответь, Антоха, это ты там, Антон, как ты?